Николай II посетил Саров во время серафимовских торжеств 1903 года, когда состоялась канонизация преподобного Серафима Саровского. Царский визит стал ключевым событием для нашего города и оставил яркий след в истории Сарова. Прославлению Серафима Саровского в лике святых немало способствовал сам император Николай II, который прибыл в Саров вместе с супругой и членами императорской фамилии. В семье императора было 4 дочери, и императрица мечтала о сыне. Супруги были уверены, что Саровский святой даст России наследника. Через год после посещения Сарова у императорской четы действительно родился наследник – цесаревич Алексей. Саров Николай II следовал железной дорогой от столицы через Тверь на Москву, от Москвы через Нижний Новгород до Арзамаса. Между Балыковым и Саровом проходила граница Нижегородской и Тамбовской губерний. Здесь была построена арка, и Николая II ждала торжественная встреча. В Успенском соборе Николай II со свитой осматривали монастырь, спускались в пещеры. После августейшие паломники отправились осматривать места, которые связаны с преподобным Серафимом, ближнюю и дальнюю пустынки и камень, на котором молился святой. Весь путь Николай II совершил пешком. 18 июля по старому стилю состоялась самая главная и торжественная церковная служба, во время которой произошло прославление Серафима Саровского как святого. Гроб с его останками был перенесен из Осимо-Саватиевской церкви в Успенский собор. Носилки несли Николай II, великие князья и архиереи. Из дневника царя. Впечатление было потрясающее. Видеть, как народ и в особенности больные, калеки и несчастные относились к крестному ходу. Очень торжественная минута была, когда началось прославление и затем прикладывание к мощам. Ушли из собора после этого, простояв 3 часа за всенощной. Николай II и члены его семьи были канонизированы Русской Православной Церковью в 2000 году. В Сарове построен храм в честь святых царственных страстотерпцев. 17 июля отмечается День памяти царской семьи. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.